Я, конечно, училась, когда не было ЕГЭ, но мне всегда близко тестирование, когда есть возможность варианты ответа. Я, например, часто просто наугад это делала, и так как я фартовый человек, мне, как правило, везло. Вот, поэтому я не считаю, что ЕГЭ что-то страшное. Мне кажется, нужно каждому учащемуся настроиться на позитивный лад и внутренне ощущать себя везунчиком. И даже если он не знает правильного ответа, ставить напротив любого варианта, и вам повезет. Вот увидите, вспомните меня потом.